Всем привет, ребят. Неожиданно для себя делаю экспириенс. В свое время я грозился уже как-то начать проходилки вне стрима. Некоторые проекты, которые не очень интересны и не очень... Где-то, может, минимальным монтажом буду вырезать затянутые моменты. Ну, посмотрим. В общем, приятный просмотр. Итак, игрушка называется Control. Я, если честно, краем уха и краем глаза немножко посмотрел о ней. Ну, а так, опять же, сильно не знакомился. Вот, будем знакомиться по ходу игры. Ну, и начнем. Так, нажмите пробел, передвигаясь в сторону ближайшего препятствия, чтобы взобраться на него. Как необычно. Доброе утро. Это будет несколько необычно, Джесси говорит какая-то. Ну что ж. Так. Ты позвала меня, и я здесь. И вот я здесь. Я знаю, что иногда отрубал у тебя кого. Я всегда рада тебя слышать. Просто я снова начинаю надеяться. Сколько раз надежды разбивались. Не сосчитать. Мы как будто бы живем в комнате, где на стене висит плакат. Я ничего не понимаю, но очень интересно. Мы пялимся на это и думаем, что весь мир — это и есть комната, и этот плакат. Хм. На плакате что-то симпатичное, пейзаж или, может быть, известный артист. Совсем как в фильме про тюрьму. Как же он назывался? Комната — это тюремная комната. Картинку, которую из нас видит каждый по-своему. Картинка может разная, но мы все к ней прикованы. Оуч. Но все это неправда. Это всего лишь ширма, скрывающая правду. Они врут нам. Мы врем самим себе. Комната — это не весь наш мир. Наш мир немного, намного больше и удивительнее. Плакат на стене лишь скрывает проход, ведущий в реальный мир. Помните, мы в безопасности. Но иногда нечто выползает из плаката. Вау. А тот, кто становится этому свидетелем от потрясения, пытается забыть обо всем, что видел. Я здесь. В плакате. Что дальше? Ёпта мать, ты чё курила с утра? Блин, у меня привычка смотреть на этот монитор, потому что на нем всегда камера. Я сегодня перевесила сюда. Привет, здесь кто-нибудь есть? Вообще нет? О, какой ты попрыгунка. Айнц. Так, ладно. Тут у нас печатная машинка. Кружка с разлитым кофе или что там, блин, сигареты. Окурки в... Как эта штука называется, где лежат окурки? Так. Ну-ка. Корреспонденция. Напоминание о запрещенных чего-то там. Ну, ладно, нам напоминать этого не надо. У нас ничего нету запрещенного. Так. А тут что у нас? Блин, игра началась так, что ничего не понятно.
Что, чего, почему, будем разбираться по ходу. Тут какие-то интеркомы. Ну, короче, это, грубо говоря, сторожка охранников. Так, ну и все двери открываются. Так, тут смотрим телевизор с помехами. Что тут у нас? Что тут? Эту печать я видел давным-давно. Еще в своих снах. Исследование. Так, открытый коллекционер. Что там в Q? Какой кнопкой? Простите, я... снаряжение по нулям. Активы. Материалы. Концептуальный материал. Память дома. Астральный след. Энтропическое эхо. Останки... Останки зоны соприкосновения. И зараженный образец. Блять, ничего, ни к чему у нас нету доступа. Контрамеры совета, инструктажи. Так, коллекционные предметы. Исследования записи. Так, отчет о затратах. Сектор управления второй квартал. Крупный. Подобный подбор персонального засекречен. Центр хранения и обработки данных строительств. Мелкие. Офисная техника, расходная уборка, уборка. Плесень. Короче, какая-то важная для узких кругов информация. Дела у нас нет коллекционных предметов данного типа. Так, а вот официально. Напоминание о запрещенных предметах. А, ну то, что мы подняли на проходной, да? На рампе. Так, ряд предметов запрещен на территории Береза. Недавно несанкционное оружие, пейджи, оперативный компьютер, умные часы, умные телефоны, умные игровые устройства, все другое умное, карандаши. Любые предметы считаются культовым представлением архетопической концепции, например, резиновые утята, бутылки, кетчуп. Ничего себе, вот это, блядь, запрещение. Так, все материалы, изучаемые в бюро в рамках следствия, должны представляться через частный вход. Если вы видите, что кто-то, не видите. Так. Ну, мультимедиа у нас тоже по нулям. Ладно. Тут у нас ничего такого нету. Идем дальше, что? Вот эта зернистость, она меня немножко раздражает, но я так понимаю, это сделано в угоду кинематографичности, да? Сейчас посмотрим все-таки. Да какого хуя, господа? Применить можно? Где тут применить? Параметры. А вот это прикол. Разрешение рейтинга вообще убилось нахер. Как интересно, блядь, сбросить эту хуйню. Ладно, интерфейс. Это субтитры не нужны. Управление. Все высоко, высоко. Сглаживание пусть будет. Ничего не будет. Зернистость вот убрать. Да. Чё-то вообще мыло какое-то, не картинка, нахуй, господа. Ладно, поставим максимальное. Да, качество так себе, я не знаю, и все залочено. Но я эту игру сразу говорю, я ее не покупал. Это скачано на тапочках. Поэтому возможны траблы. То есть с учетом, что это пиратка. Ну,
Имеем то, что имеем. Федеральное бюро контроля. Я искал их столько лет, а они все время скрывались прямо на виду. Так, тут у нас... Remember to wash your hands, блин. Запомните, мойте свои кегли. А можно... Не, не можно, да? Я вас понял. Короче, все пусто, ничего не понятно. Что-то надо бегать, искать. Так. Корреспондент, система безопасности. Давайте откроем. Так, коллекционные предметы. Опять корреспонденция. Напоминаю, система безопасности. Акула. В его также безопасное разрешение для следовать стандартного протокола. Огонь на поражение. Удачи. Нихуя. Не хухо себе хухо. Что-то кому-то там разрешили огонь на поражение вести. Че это? Я ахти уборщик. Ты будешь работать со мной, да? Скажи, как тебя послала? Если они им не помогут, тебе ни йохана, ни охала, мы швали дехлели. Теперь работа для топора от си это за сауну юля маракола хлебишхалали. Блядь, чё он? Я достаточно подрабатывал одиночные ночные смены, чтобы понять. С прибытием в старейший дом. Лучше, чем... Подумай об этом, новенькая. Если бы еще понимать, что ты говоришь, не знаю, о чем ты думаешь, но если здесь точно убийца с топором, то это точно он. That's him. Так, слышу лифт. Ну ладно, вижу лифт. Даже не просто слышу, но еще и вижу. Оттуда я пришла. То есть, пришел? Блин, почему я в ту сторону смотрю? Камера тут. Да. Ну ладно, поехали. Камера и плакат. Мне было 11, когда я впервые заглянул за плакат. Мне сказали, что я все придумала. С тех пор я все время пытаюсь его снять. Поможешь? Ничего не понял! Так, ну в общем, начало, да? Главный продюсер, арт-директор и прочие личности, важные для этой игры. Ну и заставка. Какие наркотики? Контроль. Мод Херфускер, я бы сказал. Братики, Дилани. Прошло 17 лет с тех пор, как бюро заработало, забрало его. Блин, Дилана ищешь, что ли? Вся соль, то, что ты ищешь своего брата? Интерком какой-то? Так, не работает. Так, какая-то сирена. Уильямс. Так.
Вижу. Какой-то еще. Корреспонденция. Давайте почитаем. Так, значит, Тренч. Так, что-то там кто-то шумнулся, она ж струхнула, но мы проверим. Алло, кто там? Кто-то башкой. Чёрт, кто-то застрелился. Офис директора. Ага. Наш вариант русской рулетки. Выйдешь победителем? Только директор может привязать предмет. Табельное оружие – жить и умереть. Это ваше ритуал испытаний. What? Что? Где я? Действительно, у меня те же самые вопросы, блин. Джесси, ты не одна такая. Ёб твою мадать. Ничего из вышеперечисленного. Это концепция татуировки, которую мы видим в твоем сознании. Табельное оружие. Прыжок, окей. Ну ладно. Да я понял. Что? Так, окей. Огонь из стабильного оружия. Там же не используется, боеприпасы становятся автоматически. Батла, сосай! Соперники. А уж серьезные соперники, блин. Отстреливается. Так, это что такое? Какие карандаши? Мы владеем оружием вами. Совет назначает вас. Поздравляем, директор. Шиза какая-то, ребята.
Что-то приближается. Угроза. Нападение. Директор должен. Азок там. Ну, кусок мозговой жидкости взять, не? Нужно. What? Что такое? Это чересчур, это нельзя допустить. Это нельзя допустить. Чего нельзя? Что нельзя допустить? Сумасшествие, что ли? Не, реально шиза, ребята, полная. Тебе удалось это остановить? Это было ахтунг, чудовищно. Так. Уронив враги, сбрасывает элементы здоровья. Собрать элементы для восстановления своего. А, вот так вот, да? Ага. А как собирать? Вот это элементы здоровья, я так понимаю, вот это светящаяся блёвань, вот это, да? Я так понимаю, если мне сейчас навтыкают, я автоматически должен был взять это. Всосать, так сказать. Так, исполнительный отдел. Телефоны, чё? Засекреченная линия. Чё происходит? Добраться до... А, это было перезарядка. Ага, вон я. А. Кто тут еще? Хэдшот, блин. Семёныч. При уроне враги сбрасывают. Ну, это я уже понял, да. Нифига себе. Так. Дадим, посмотрим сюда. Товарищ, с вами все хорошо? Алло, блин. Окей. Так. Корреспонденция.
количество форм за всю историю. Мьёльнир, Эскалибур, угу. Все оружия, которые типа принадлежали или понимали своих владельцев. Есть предметы, силы представляют собой взаимодействие силы, основанных на коллективном подсознательном. Это может быть первоначальное проявление того события. А есть, ну, короче, очень интересно, ни хера непонятно практически. Ну, все понятно вообще, то есть. Так, так, полевое исследование сущности иисов, зараженных иисов охранник, конфиденциально. Ага. Бюро имеет большое количество сотрудников внутренней безопасности. ИИСы быстро воспользуются этим фактом. Охранники ИИСов применяют винтовки установленного образца в компоновке Bullpup, использующие до заражения, в то время как охранники в бронежилетах используют дробовики. У них нету, не наблюдается, короче, способностей, за исключением того, что некоторые охранники ИИСов защищены плотным щитом резонанса иисов, способных останавливать пули. Ничего себе! Так, является ли целью иисов больше данных, да? Я понял. Мультимедиа. Ну, Предмет силы — это причина или альтернативных мировых событий. Ну, это мы смотрели, да? Вторжение в нашу реальность. Не забудьте об этих связях с астральными измерениями. Табельное оружие прекрасно образец предмета силы. Ну, короче, я понял, это мы смотрели. Активы. Так, что тут у нас с активами? Уровень доступа. Нету вариантов никаких. Так, ну вот, у нас появился ячейка. Что тут тоже можно прокачивать, что ли, как-то, да? Ладно. Ну так, немножко ознакомились с чтением этой силы. Второе, отнесите их в ближайшее убежище. Третье. Дождитесь, пока сотрудники бюро найдут вас и пристрелят к кивиням. Если поблизости нет измененных предметов или предметов сил, обратитесь к своему руководителю через ближайший интерком и дождитесь дальнейшей инструкции. Благодарим за ваше внимание. Понятно. Короче, здесь какая-то херня с этим... Блин, у тебя шиза, что ли, шизофрения? Этот звук заразен, он проникает в голову, словно выводящий из себя мелодии, которую ты напеваешь снова и снова. Все, ты все сказала? Давайте посмотрим, что там опять нашлось. Оценка посетителей. Понятно. Спам. Подождите. А что? Окей. Окей, все, я вас понял. Короче, наберем побольше этого говна. Городские легенды, следные записи. Будем потом это читать, когда будет спокойно. Понятно, чистая музыка.
Так, а мне туда не пройти. А куда идти? Ну, как бы да. Мы постреляем. А, можно запрыгнуть. Окей. Там какой-то шустрый. Так. Аларм, аларм. Где ты? Чё? Не понравилось? Должна чистить враг. Чё, блин? Неопределённо показание. Заражение. Да заткнись ты. Очистить точку контроля. Что это значит? Помоги мне. Ау, я вот очищаю её. Вау. Я ее очистил, ребят. Это комната Исеклир. Holy shit. Мы сделали. У нас все получилось. Здраво взаимодействие с ощущениями точками контроля для полного... Чат! Вы новый директор? Подождите, мы выходим. Директор Фейден. Директор Фейден. Здесь меня Джесси. Okay. А, хорошо, Джесси. Я Эмили. Каким-то образом эти враждебные силы, эти... ИИСы. Да, неплохо. Каким-то образом ИИСы проникли в здание, застав нас расовка. И раз я придумала для них официальное здание, ИИСы похожи на звук ядовитых глаз. Здание полностью... А, ну все ясно. Я нашла его тело и пистолет. Скажите, что это было похоже на самоубийство? Табельное оружие? А еще, хоть это может казаться странным, он иногда является мне и говорит разные вещи. Это трудно разобрать, но сказала мне очистить точку. Оттеснить ИИСов, а потом вся комната перевернулась. И вы сделали это? Вошли в изолированное здание, которое так просто не попасть еще до того, как стали директором? Ну как? Я бы не готова рассказать ей про себя. Меня впустил уборщик. Здорово! Это просто невероятно. Что? Это... Я не могу даже, Джесси, у меня миллион вопросов к вам. У вас, наверное, еще больше. Что-то вроде... Ну, пока нет.
Но есть еще кое-что, что я хотел вас сначала. Если вы очистите заражение комнаты контроля, которое, возможно, удастся исцелить зараженных, находящихся под влиянием ИИСов, если это возможно, наши шансы значительно возрастут. Эмили Поуп. Мы с ней не знакомы, но она уже мне нравится. Она прямая противоположность безликому бюро, которое я виню в случившееся со мной в детстве. Но пока я не могу ей доверять, ведь она часть бюро. Да. Пытаюсь. Я имею в виду тебя, конечно. Мы пытаемся вместе. Я правильно сказал вообще? Okay. Так, ладно. Ты со мной? Нам уже приходилось это делать, изгонять ИИСов. Так, пойдем. Давайте глянем. Активы, миссии, коллекционные предметы, мультимедиа. Это мы послушали все. Исследование. Бюро, расходы бюро. Фотография директора Тренча, который себя вальнул. Так, резюме. Городские легенды. Не просто история для детей. Точки контроля. Вот, точки контроля — это места в старейшем доме, которые бюро считает важнейшими узлами. Если вокруг точки контроля установить гармонизаторы в порядке, в определенном, наверное, порядке, то область вокруг точки не будет претерпевать непредсказуемых перемещений. Такие точки контроля обнаруживаются, для чего необходимо обеспечить передачу импульса без помех в радиусе 11 метров при помощи... Многочисленные исследователи пытались понять точки контроля, называя их нервными узлами или неуязвимыми точками старейшего дома. Общим фактором в этих теориях является то, что точки подвержены внешнему воздействию. Если... Куда? Можно поставить куда-то, переместиться, что ли? Пока никуда, у меня только одна точка. Ага. Ну хорошо. Зачем я туда иду? Ладно, пройдем здесь. Так, какая-то... Ничего себе. Нельзя. Ну-ка. Нельзя, там какая-то штукенция, какой-то аппарат, наверное, музыкальный. Так, тут нехер ловить. Так, я оттуда пришел, а там ничего нету. Можно от ИСов освобождать их. Ну, подъем.
А, нихера не подъем, да? Миссия обновлена. Если проникли слишком глубоко, попытка силовой очистки разрывает носителя на части. Я не могу очистить их, я видела. Стоило попытаться. Спасибо, доктор, директор Джесси. Слышь, ты не ставь крест на мне. Расскажи, почему я здесь. Рискну. 17 лет назад в моем родном городе Адринариуме случилось происшествие, и бюро было там. Агенты бюро пришли и поместили все под контроль. С тех пор я ищу это место. Пока хватит. Дозировочно как, а? Слишком много, не надо знать. Я не могу рассказать про и о Дилане, и о прочих делах. Да, я видел упоминание альтернативного мирового события, имевшего место в Ординаре. Блин, зачем такой... Вы были и в эпицентре этого в детстве. Это было крупнейшее событие, меня еще здесь не было. Оно сильно засекречено. Я могу порыться в старых файлах для вас. Мой шеф Каспер Дарлинг знает больше, но он пропал. Думаю, он знал о том, что здесь произойдет. Он это придумал. Рук, разноцвет, резонансный усилитель Гендона, благодаря которому мы живы, что-то такое, да? Директор Тренч тоже знал. Тренч! Призрак или что-то еще? Он упомянул что-то вроде телефона прямой связи и сказал, что я должна найти его. Это предмет силы, наподобие вашего пистолета, с виду старый телефон. Это прямая связь с директором совета. Возможно, с помощью его можно... У Тренча огромный был опыт, короче. В общем, он может знать, как уничтожить ИИСов. Где же искать телефон? Он находится в отделе связи сразу... Блядь, как быстро-то, тварь, мать твою. Мы откроем дверь, короче. Значит, направляемся туда. Это отдел, да, он заведует там. Ну, не думаю, что у него был рук. Это произошло... Господи, зачем так быстро-то? Я не умею так быстро считать. Они зовут меня директором. Ну и хз. Но я не он. Я не директор, я не лидер. Зачем я здесь? Думаю, ты уже знаешь. Да не знаю я, в том-то и дело. Да, я пришла за брата. А, ну. Но есть и другие причины. Телефончик звонит, да? Короче, в таких вот комнатухах будут какие-то артефакты, которые будут и без того крышагонную игру делать еще более крышагонной. Pick it up, motherfucker. С прибытием, старейшина. Доктор Дарлинг обычно любит публиковать свои последние разработки в виде... Ну, это же...
Короче, его поведение заставит меня задуматься, то, что он именно не знал. Короче, никто ничего не знал. Случайно все получилось, ага. Мы верим. Так, предметы силы. Можешь объяснить мне, что такое предмет силы? Это все... Ну... Как бы... Не волнуйся, я люблю разбираться с словом. Предмет силы — это обычный предмет, если держать... Уже есть вероятность, что пуля зависла в последней мысли, словно зонд из дальнего космоса. Это все лишь моя гипотеза. Мне нужен пистолет, чтобы подтвердить ее. Чтобы застрелиться, что ли? А, да, я сейчас тебе дам его. Застрелись, ептать. Угу. Старейший дом. Вы упомянули старейший дом. Что за это так? Что это такие? Это здание, штаб-квартира, бюро, старейший дом постоянно меняется. А вы сами входите за пределы физического чего-то такого. Я была в Нью-Йорке несколько раз. Как я могла пропустить это? Таково свойство этого здания. Это место силы. Старейший дом не любит внимания. Если вы знаете, что искать, вы не найдете. Это очень удобно. То, чем я занимаюсь, крайне важно, но нестабильно. Бюро предпочитает оставаться в тени. Нам не нужны какие-то стены, чтобы ничего... Ну, короче, значит, без тебя я бы никогда не нашел. Ну, короче, ясно. Okay. Да. Ясно, что такое старейший дом. Происхождение, давайте, исов. Откуда взялись эти исы? Я не уверен. Вы сказали, что исы были здесь. Здесь что-то подобное снаружи? Нет, нет, лишь внутри. Значит, источник является внутренним. Старейший дом представляет собой массивный комплекс с проходами в другие места. Даже не знаю, откуда начинается. Но это хорошая новость. Изоляция работает. Побег исов из здания станет концом. Как по мне, так мир снаружи довольно хреновенький, но мне не хотелось бы его разрушить. Ну, понятно. Ну, ясно. Ага, резонансы это посмотрели. Предмет силы, директоринчик, старший дом и происхождение сил. Все, спасибо. Все свободны. Спасибо, Эмили. Уверен, что вскоре у меня появятся новые вопросы, и мы посидим по... Ну, в общем, дайте мне знать, и я вам все расскажу. Все ясно. Так. Вау. Что-то все... Что это? Что? Миссия. Какая миссия у нас теперь? Найти телефон, да? Войдите в отдел связи, чтобы найти телефон прямой связи. Нет, поставим. Вот там у нас желтеньким, да? На карте отмечено. Так, погодите. Коллекционные предметы. Точки контроля. Вам вообще интересно, ребята? Вот эта вся хуйня. Я больше чем уверен, что посмотрим. Ладно, как вариант. Вот, так, значит, что это? Куточки контроля читали, городские легенды, фотографии директора бюро транспорта. Охранники ИСов, это смотрели, агент ИСов. А, вот. Полевое исследование сущности ИСов, зараженный ИСами агент, конфиденциально. ИСы проявляются носителях множеством различных способов. Наиболее распространенные... распространенная и наименее интенсивная форма наблюдается во множестве зараженных агентов, парящих на территории, по территории бюро. Агенты ИСов сохранили свое человеческое обличие, не претерпев явно физическое изменение. Самым заметным отличием от незараженных людей является тот факт, что они левитируют. Я понял, эти ИСы не демонстрируют какого-то агрессивного поведения. Похоже, они
заинтересованы в бесконечном озвучении странного пения. Возможно, это сосуды предназначены для распространения заражения ИСов, подобно спорам или усилителем сигналом Wi-Fi. Прикольно. Или быть, может, они коконы, готовятся перейти к своему следующему этапу эволюции. При нападении агенты ИСов исчезают, возможно, переходя в состояние невидимости. Или претерпевают трансформацию в чисто резонансную форму. Ведется исследование. Короче, понятно. Ну, вот, в общем, этих левитирующих убивать не надо. Единственное, я сделал вывод. Они не приносят никакой ни пользы, ни обратное. Так. Идем. Надо как-то пройти. Ну, только как? Надеюсь, что найдем дорогу. Здесь, наверное, закрыто. Вот, сука. Закрыто. Ага. There it is again. Our welcome message. Приветственное сообщение, да? Снова. Мод оружия. Урон брони от оружия. Ну-ка. Это что-то новое. Это, наверное, временная херобора. Или что? Ну ладно, поставим. Руж Байкинсон. Заткнись нахер. Заперто. Ну, зелененькие. Такое впечатление, что он жив. Ты жив, не? Ты что, кетчуп пролил? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Что делать? Материалы. Какие-то материалы собирают. Что с ними делать, я не знаю, если честно. Коллекционные предметы. Ладно, потом корреспонденции будем потом читать. Неопределенное показание. Слушай, ну да, с этой крышагонией, блин, надо что-то делать. Туда не пойдем. Пойдем, телефон надо позвонить. Призраку Тренчу. Где вы? Где вы? Нет, не все.
это какой-то материал забираю. Наверное, это пригодится для каких-то дел. Слышь, вы забарили. Так, ладно, идем туда. Недошедшие письма. Все. Пыл подостыл. Рьяных ребят. О! О, слышь, они, короче, висят, но просыпаются в итоге. Значит, есть смысл все-таки валить потолочных этих упырей. Давай, заклирим это здание. Это помещение. Блин. Ну заходи. Чего? Блин? И чё не заходим? Да ладно! Это что за троллинг? А? Все-таки можно. Так, корреспонденцию какую-то надыбал. Наверное, может быть, надо даже вот... А, здесь можно было зайти. Ну ладно. Мы легких путей же не ищем. Персональный мод, восстановление энергии. Ну-ка. Давайте посмотрим моды. А только один могу вешать, да? Так, восстановление здоровья. Восстанавливать здоровье при подборе элемента на плюс 20%. А это? Восстановление энергии плюс 16. А что за энергия-то? А это? Энергия... А, мне тут... Угу. Блин, а почему я второй мод не могу поставить? Или только здесь по одному моду? Короче, энергия не понимаю. Я не понимаю энергию, вообще не понимаю! Нормально, слышь, это... Ну-ка... Телепортирование. То есть это ли... Как это? Как это называется, ребят? Скажите, ну.
Что-то я разусердствовал. Так, мне надо как-то попасть. Чего-то не понимаю, через кафетерий? Или что? Ладно, давайте поднимемся. Может быть, что-то мы пропустили. А, во. Я же говорю, мы что-то пропустили. Отдел связи. Так, пробежимся по первому этажу. Что такое? Слышь, кто тут? Предметы силы? Писать, чтобы укрыться за предметами. Ага. Дома. Короче, левитирующая херобора меня сейчас завалит, я чувствую. Как вы полечиться бы? А там я пройду? Там я не пройду. Так, по тапкам. Так, успел. Угу. Тихо. Перестаньте сказать, Козюльский. И чё, я сюда пришел? Ломается все. Так, это надо пройти. По любасу надо пройти. Воу-воу-воу-воу. А, окей. Гоголь. Так, там не пройти вниз. Что надо туда, да? Где я вообще? Пневматика. Здесь приносил, чтобы очистить его. Управление пневматика. Срал себе глаза. Как-то тут туда надо пройти. Это точно не они. Точно не они. Очень интересно. Хм. Это укрытие. Да, какое-то. Память дома. Открыт материал. Ну-ка, подождите. Что это за... материалы. Уже 6 памятей домов. А что они означают? Не понимаю я. 10 концентрат каких-то этих.
Чё? Пропускает, сучий отросток. Так, ну, я в неком тупике. Допустим, поднимемся наверх, там... А, вот здесь, может быть, возможно, как-то пройти, да? Ну, давай попробуем. Давай. А, ну вот, да. Это я затупил. Так. Ну, давай, ебош. Что, блядь? Куда, блядь? А, вон оно, чё. Ну, давай, давай, блядь. Давай, блядь. Дискету, ракету можно... чтобы отпустить. Вау, ебой, бля, хамухаринсон. Да, ребята. А, ну это сила. Это мне нравится, ребята, это мне нравится. Так, ну ладно, на сегодня... Так, так, известный абонент. Не, мы сейчас дойдем до этого и закончим. Так. А ну-кась. Да, детка. Эта штука мне нравится. Если шуму вгрызается, вы должны остановить, заглушить их. Директор. Директор! Дискета привязана, доставлена. Да, игруха такая, мозгораздирающая. Эта штука для меня. Ты же хотел их? Так, такие особенности метания. Так, это
you gotta be kidding with me, motherfucker. Твой амбассадор. Ох ты, шлюха, ты хочешь в обход пойти? Да я сам в обход пойду. Все. Миша комплитов, я бы сказал. Пройти отдел связи. Так, тут у нас не открылось. Ну-ка, дверь. Не получается таким способом варварским открыть. Опа. Maybe there's a key nearby. This must open the door. Это должно быть откроет дверь. Так, давайте захватим точку. Е-бой. А вот и mail room. А вот и босс. А-оу. Ну чё, отлично. Он летающий. Так, а чё, я метать не могу? Батенька, охренели. Че, не нравится шлюха? Я тоже так могу. Метатель Томаси, блин. Ах ты. Что тебе надо? У меня дома. Так. Так, это больно. Это больно. Это больно. Лечимся. Лечимся. Ой-ой-ой-ой. Да откуда ты взял? Да ладно, не-не-не-не-не, на это я пойти не могу. Лечимся, 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 лечимся. Фью. Блядь, да иди ты нахер. Да ёб твою мать, это... ой, уворачивание. Уворачивание. Блять. Блин, вот перекатов тут не хватает. Обращайте внимание на свое окружение. Если попадать слишком далеко. Че? Падать слишком далеко, вы получите повреждение, совместимое с жизнью. Правда? Ну ладно. Повторим. Подвиг Мересева. Блин, начал ты не за здравие.
что делать? Придется таким макаром. Лечимся. Да, блядь, какого хуя? Да идешь ты, плесень творожная. Там... Музыка, конечно, пиздец. Так, хорошо. Благо... благо, что он... Что он пря... Лечимся. Не-не-не, друг. Чутка осталось. Главное не... А ты откуда взялся? Так, вот это, блядь, подстава, если это сейчас тварь меня нагнет из-за этой херни. Где ты? Куда? Куда? Стой, сука! О, он съебался, смотрите. Вот же ж. Почуял жареным запахло. Ну ничего, он еще вернется, я так понимаю. Телефон будет после зала, что-то. Зал обработки почты. Телефон. Так, тут возьмем это. Томаси, head of comms. Так, это. Значит, все берем. Че? Звенит. Зал телефоном прямой связи. Чё это, еще не все, что? Ой, простите. Не та кнопка, мать вашу, запутался, ёпта. Бегу, бегу. Обойти гостиницу Ocean View. I've stayed at a lot of roadside motels across the country on the run, under the radar. Придорожных мотелях все дела, и это место напоминает мне все мотели одновременно, будь ожившее воспоминание. Ну и на этом, ребят, закончим сегодняшнее. Первую серию прохождения этой замечательной, непонятной, кашагонной и шизофренической игры под названием Control. Вот, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто первый раз вообще здесь на канале. А вот, ну и увидимся с вами на следующих прохождениях. Офлайн прохождения от Грознамы. Все, всех целоваю. Адьесу. Пока.